аэропорт Внуково. Отправляюсь в Пятигорск смотреть, как дети борются лучше, чем я. Кантагала джиу-джитсу. Ос. Джиу-джитсу. Сатанаицу. Итак, это город Пятигорск. Я уже опаздываю на чемпионат минут на 30. Ну, нереально сладко спится. Стоит ли говорить, что я немного заблудился? А надо сказать, ходить по холмам — это такое напряжение для моих ног. Кто бы знал. Это Пятигорск. Следующий корпус на улицу из торца. Ищем. Сейчас найдем, наверняка. Всегда находим. Понимают, когда они выиграли, когда проиграли? Ну, наверное, уже да, потому что опыта с каждым годом у них все больше и больше. Ты знаешь, даже, Леша, я тебе больше могу сказать, у них опыта иногда больше, чем у взрослых. Уровень борьбы детского джиу-джитсу растет. И, может быть, у взрослых на международном уровне, там, с бразильцами, да, пока шансов нет. Но вот они, о них будут ролить это 100%. Как ваши борются? Нормально. Пока выигрывают. Ну и проигрывают тоже. Сколько медалей уже взяли? Да, штук 5, наверное, уже 6. Все золото? Да, какие золото? Золото 3, по-моему. По-моему. Ну, 3 из 5 уже хорошо. Ну, нормально, в общем. Сейчас самое основное — это большие. Топы? Топы. Армянский топ. Сверху работал. Отброс. За спину пошел. Стал. Отброс. Да. Хорош. Молодец. Два балла. Еще. Мост. Молодец. Разверни его. Есть. 4. На руку. Давай, армян. На руку. Закрывай треугольник. Давай. Кантагалу. Thank you.
все мирненько, все тихонечко. Никто не ругается, не дерется. Ты хочешь кушать? Я только что вышел на улицу, чтобы найти, где купить бутылку колы и чипсов. А почему ты не сказал? Иди сюда, пойдем. Подожди. Я прошел 1.5 километра, обратно возвращался на такси. Это Пятигорск. 3 бутылки 2-литровой колы. Он ходил за 0,5. Ну как его назвать после этого? Иногородний. Да. Что, Даш, помогаешь судить? Нервничаю больше, чем сужу. Зачем? Зачем я сужу? Я не сужу, ты что? Что ты меня снимаешь вечно, прям самое лицо? Одна из проблем региональных команд. Одно кимоно на всю команду. Бедные ребята переодеваются перед каждой сходкой. Много медалей забрали. Да, ну много. Пока что забираем. Ну, здесь, конечно, не обойдем, их куча целая приехала, там под 100 человек. А так нормально, все в призах. Двое на первом? Конечно. Сколько болевых сделал? Все. 3, по-моему. Ты спроси лучше, сколько секунд отборолся. Сколько секунд отборолся? Ну, в общем, наверное, 3 или 4 схватки, в общем, наверное, ну, секунд 40. Да ладно. Ну, как результат по медалям изменился? Да, изменился. Сколько? 10 первых, 8 вторых и 7 третьих. Отлично. Изменился чуть-чуть. Это из 16 человек? Или столько вот? Сколько нас было? Много. Человек 16-18. 2 человека только проиграли. Малышня. Да, все началось. Уже, ну, здесь почему-то татами отстает, а у нас уже сейчас 14-15 начнется. Так что конец близится. Уже. Я уже сел и начал это делать. Уже посчитаю. Сколько сегодня медалей забрал? Ой, надо 14 медалей на 16 человек. Еще не считал, что там серебро, что золото. Вот, ну сегодня нормально. Вон парень с травмой боролся. Вот, травма спины очень жесткая. Но, ребят, раненый лев тоже грозный соперник. Молодцы. Всем у вас
понимай, что не мухлюю. Садись. Результаты национальности Best Team in Academy. Открываем. Стас, вы даже мухлевать не можете по-человечески. А мы не умеем, мы никогда этого не делаем. Представители команд Лудус Альянс, Чекман Дагестан, Стоунфайр, третье место. Чекман, второе место. Лудус Альянс. Когда будет рейс? Октябрь, Леша. Октябрь месяц, и я планирую уже делать его в два дня. Первый день дети, второй день взрослые. Это будет или опять Пятигорск, или все-таки, может быть, будет площадка чуть побольше. Это, скорее всего, может быть, или Минводы, или Сентуки. Минводы очень далеко отсюда. Согласен. Тогда, значит, Пятигорск и Сентуки. Но, с другой стороны, это будет удобно прилетающим. Я приглашаю все клубы в Москве, то есть, кто хочет приехать к нам. Вы поймете, что даже в провинции, далеко от Москвы, можно проводить действительно качественные турниры. Я вас всех жду, ребят, в октябре в нашем, я надеюсь, солнечном городе, потому что сейчас идет поганый дождь. Вот. Но я буду всех рад вас видеть. Все, ос.